Всем привет, с вами Иронимус и Скипидар. Скипидар, да, и мы продолжаем прохождение сюда. Я просто вспомнил. Этот багет не снимает летсплей, он снимает прохождение. Ты смотрел эти багеты? Нет. Не смотри. Хорошо. Итак, вампир. I don't want no teenage queen. I just want my M14. И так далее. Но это просто офигенные частушки. Full Metal Jacket? Ну еще бы. А-а-а, так вот что-то... Нет, я отлично помню. Что? Я отлично помню эту локацию. Жили в большом количестве. Это же пир. Ты да, пир. Это же пир. Знаешь, у меня несколько лет назад была такая тема. Мы кричали пир и хлопали в ладоши. Так, короче, и пир разорили нахрен. Темные создания, и нам нужно его спасти. Тебе не попадался Ахмед? Ахмед? Пусть Зев защитит его. Ахмед. Да. А, это ж Песистрат нам говорит. Так. Та-ра-та-ра. Повязка Грифона. Блин, так люблю эти повязки Грифона. Почему? Та-ра-та-ра. Потому что они крутые. Стоп. Взял и купил. Подожди. У меня написано то, что у меня 3 свитка защиты стихии. Да! Их нам выдала Медея. А. Не паникуй. Почему 3? Я не знаю. А у торговца 2 еще. Так, почему на меня не стакается мой же баф? Сиё не к добру. Ненавижу, когда твой собственный баф на тебя не действует. У меня действует. Мне нужно сравнить бонусы от разных наручей. А я не могу, потому что у меня не полный урон из-за отсутствия бафа. А у меня Адмет, а не Ахмед. Да ну. Понятно. Так, ну ладно. Так. Сопротивление моря. Что это тут творишь? Ты мне что ли? Нет. Вау! Кольцо, дающее плюс 90 к урону. Слушай, тут какая-то очень вкусная жижа, что мне даже есть захотелось. Ты про что? Да тут один чувак варит жижу какую-то. Где? А, ну да. Похоже чем-то на первый фейбл. Кстати, у шлем похожий. Только у тебя черный, у него красный. У меня синий вообще-то. Да? Да. Ну это еще лучше. Тогда вы прямые противоположности. Ну у нас туники же красные одинаковые. А у вас броня разная. У тебя броня из первого акта, О, Пифий. О, Пифий. Так, их командует ими командует жуткая тварь. Да господи, ну не надо мне писать. Ну, надо, но не во время съемки, пожалуйста. Слушай, еще больше лами. И они, по-моему, стали больше, они выросли. Да, я не заметил. Ты где? А! Солдат, ты покинул свой пост? А, нет, ты здесь. Замечательно. Что? О, Кираса Лами. Может быть, она тебе подойдет? Ну ты посмотри, это же просто идеал. Это эльфийская броня из Обливиона. Ну или какая-нибудь. Ну, выглядит красиво. Метросексуал же. А-а-а. Нормик. Хрень. Ничего хорошего. Эти различия в защите всего 26 единиц. Да? Между первым и четвертым акном? Да. А, акном. Оставь цепь. Ну, ё-моё. Она ж пироманская.
Наверняка он дает плюс один к силе огня. Это цепь к силе земли. Ну да, хорошо. К доктору Попову. Плюс один, да? Тогда забей. Да. Если она всего-навсего желтая. О, какие-то зеленые тваришки ходят. Всего-навсего. Ага. Блин, меня бесит то, что у меня все еще дефолтный дамаг. Я там дроп увидел, думал, это ты. Дроп? Труп. Может быть наоборот? А, нет, все правильно. А, кстати говоря, у нас равный счетчик смертей за сегодня получается, да? Да. 1-1. Ой-ой-ой, тут призрак ходил. О, тут призраки ходят. С подключением. Ну так я-то раньше не знал. Ну ты же сказал. Нет, этого не говорил, окей. Я этого не говорил, да. Но я к тому, что ты сказал, что увидел труп, а подумал, что увидел меня. Так это и был тот самый труп. Господи, вы что? Меня до самого храма преследовать будете. Может быть, ты меня еще будешь преследовать? Товарищ Бендер, поможешь, а то меня тут гнобят. А, да. Я. Да. Ага. Только хотел сказать, что я не Бендер, но понял, что я Бендер. Ты все еще Бендер в описании в скайпе. Да? Может быть, по картинке ты уже LA Beast? La Beast. Но в описании ты Бендер. Тогда это срочно нужно исправить. Вот прямо сейчас добьем этих мобов, и я это исправлю. Да, тем более я умер. Иди исправляй, я подожду. Подожди. Ну подумай какое-нибудь остроумное описание. Так. Чё ты мне врёшь? Не в описании не Бендер. Нет, это чё там Бендер? А, да. Бендер Родригес. Тут какой-то чувак держит булаву ногой. У меня такое ощущение, что это какой-нибудь реактивный скейт или атомная морковка. А, она просто лежит. Атомная морковка. Давай быстрее. Что, дорожный знак? Меня убили дорожным знаком. Все. А, нет, это просто копье и щит вместе. Так. Ну. Поехали дальше. Поехали. Такс. Что там дальше-то было? Что где? Хо Ши Мин, son of a bitch! Правда, я не помню, потому что следующая строчка какая-то сложная. На русском она... Нет, на русском она звучит еще хуже. Смотря в каком переводе. А я, по-моему, смотрел в нормальном. Зря. Ну, я посмотрел разговоры... Блин, я все хочу назвать его Прайсом. Это этого чувака в Гоблине, и... Ну, как-то, ну, меня не очень воодушевило. Оригинал, но он как-то, ну, не оригинал, в смысле нормальный перевод. Ну, не знаю. Я против Гоблина, конечно, ничего не имею, но... Я все-таки склоняюсь к той мысли, что его нужно смотреть после просмотра нормального перевода. Смотри, сколько имщиков. Да вообще, и все разных цветов. Ассортимент. Ага. Хватит сверлить! Хватит это сверлить. Нет, стоп, эта шутка устарела еще год назад. О, смотри, крутой шлем. Где? Вот. Эрепский. Я все жду зеленых ямщиков. Может быть, ты не видишь, но тут метеоритный дождь. Отстань. Нас телепортировали в Челябинск. Давай спасаться, что ли. Вот это щит. Пора валить. Меня спасаешь, что ли? Нет. Я не могу убить огненных личей. Что тут вообще за фейерверки происходит? Я не понимаю.
Я говорю, это суперэкспресс до Челябинска. Ай! Не бобо. Эту шутку устарела полтора месяца назад. В смысле? Я не могу убивать огненных личи огненными ударами, чувак. Ты должен мне помогать. Ну убивай властелина в холода. У меня нет властелина холода. А вот он стоит. Нет, у меня есть почти властелин убитый. Адской тьмы. А, ты про этого? Ну да. Да, я его убил, да. Мне такой охрененный щит выпал. Давай, кидай сюда. Опа. На-на-на-на-на-на-на. Кража энергии в секунду, 140 единиц урона. Какой у тебя был шанс блока и уровень блока? Так, у меня шанс блокировать 11%, 94 единицы урона. И 43 единицы уровень? Урона еще дает. А на какой уровень он? Что? На какой уровень твой щит был? На 14. Это на 25. Ну, не очень. Что не очень? Нормально же. Ну, 25 уровень, ну это, наверное. Ну, мы это уже на 35. Ну, по сравнению с моим щитом-то, сейчас, который у меня. Ну, да ты вообще, я не знаю... Одет в моде 80-х, ну серьезно. Вот моего ямщика никто не бил, он просто сам по себе дезинтегрировался, увидев превосходящие силы противника. Он понял, как он ничтожен. Ага. Как его зовут? Царь Лич. Царь. Порабощенная душа. Я где-то видел, что он там повелитель адской бездны или что-то там еще, короче. Довольно мощное толкование. Чтобы он так скатывал с поля битвы, это как-то вообще не по-людски. Так. А мне что-то не везет на синие вещи. Хотя, по-моему, это первая синяя вещь на сегодня была, да? Да. Тогда окей. Левелап! Тра-та-дан! Та-тан! Кольцо сущности. Без надобности. Так. А что же мне такого раскачать? Гниющий зомби, насылающий болезнь. Ой, да ладно, я пока качаюсь. Так. Ты убиваешь мобов, а он качается. Кто? Ты. А, ты про себя говоришь? Да. Молодец. Я не качаюсь, я прокачиваюсь. Знаешь, как говорил Рокфеллер? Если вы все время будете качаться, у вас не будет времени, чтобы прокачиваться. Это он про меня. Так, что там? Что это? Склеп те... Ужас какой. Теспроти. Как будто это название какой-то хипстерской британской группы, знаешь. Теспроти. Нет, даже больше похоже на Джека Блэка. С его... Как называлась его группа? Tenacious D. Ты смотрел «Медиатор судьбы»? Нет. Мне постоянно выпадает всякая фигня огня, но... Она рассчитана на воина. Ябли! Такс. На-ка. Я вот не понимаю, у них стоит дефис в имени. Гниющий зомби, тиран, насылающий болезнь. То есть это типа его классификация? Он мало того, что гниет, так он еще и насылает. Это типа профессия? Да, в колледже профессиональном учились. А со скольки лет у них пенсия? За сколько им платят? Мне просто интересно. С 200 лет после смерти. О, ура, гробницы. Я так давно не попадал в дурацкие ловушки. Что? Вау. Это еще одна... Так, ладно, что это было? Ты всех замедляешь? Что? Товарищ, ты здесь? Да. Замечательно.
Почему мы поднимаемся вверх? В склепах обычно люди спускаются. О, какой-то герой. Предатель Спарты. Низкий. Низкий. Опущенный. Мы так звали сталкеров, знаешь. У меня друг художник, он рисовал разных сталкеров, а я им давал имена, типа там, низкий, гнутый, или еще что-нибудь. Понятно. Всякие там страдательные причастия. Очень страдательные. Чё-то ты далеко отбежал. С меня спала удаль. Вот и наконец до меня дошел мой баф. Ура! Ты его не включал до этого, потому что... Нет, я его включал и выключал несколько раз. Но я его не включал после того, как умер. На-ка. К сожалению, я не заметил, насколько изменился мой интеллект, когда я поднял его на 8 единиц. Было бы любопытно узнать. Какие еще там были часушки? В самом конце фильма была неплохая песня. Какая? Ну, помнишь про Микки Маус? Rolling Stones? А, Микки Маус, да. Там в титрах Rolling Stones играли. А. Ну, я титры не досмотрел. Наверное, нет, зря. Нет, там они с самого начала. Чё-то, типа, I see red door and I want to paint it black. Ну, в смысле, я не смотрел титры вообще. Честь мне и хвала, что я знал эту песню по Guitar Hero. Про Микки Маус я не понял почти ни слова, увы и ах. Мой английский is bad. My English. 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 Great school of Александр Невский. Так, нет, я тебя не про песни спрашиваю, я тебя про частушки спрашиваю. Я когда-то их все знал, да, были времена. Я знаю только... А, ну я не знаю, но есть слоновьи частушки. Что это вдруг? А? Что? Что за слоновьи частушки? Ну... Есть один слоник. Ну... И был он зеленый. Ты хочешь повторить эксперимент с четырьмя сериями? И заполучить тебе кучу серых вещей в сундук? Нет. Ну вот. Ты спросил, я ответил. Ладно, я не буду просить тебя их спеть или еще. Что там он делал со своими частушками, я не знаю. Так, склеп. Что-то все, что здесь есть, никаких супер сокровищниц, боссов. Все. Так там герой был. Но он был, по-моему, рандомный герой, не? Да. Так, погоди. Мне показалось, что что-то видел, но я ничего не видел. Это все была иллюзия. Хватит ломиться в дверь. Какую дверь? А ты... Да у меня же пес медвежатник. Ой, я подумал, что его можно убить. Тут всех можно убить, друг мой. Нет, стражника нельзя. Я просто сквозь него бью. Значит, он тоже призрак? Скорее всего. Итак, мы можем таки спасти Пассерон. Пассерон? Пассерон. Может, нафиг? Я бы не жил в городе с таким названием. Почему? Я бы даже на поле чудес не приехал. Почему? Ну, несмотря на то, из каких сел приезжают туда люди. Но если бы Леонид Аркадьевич спросил меня, вы откуда я? Я из Пассерона? Это не очень эстетично звучит. Почему? Не знаю. Так, сюда опять нельзя заломиться. Это что-то напоминает мне египетские приключения. Ну вот нафига я взял алтарь битвы, если я не могу никого убить. Молодец. Молодец.
Пацифист называется. Куда убежал? Вот сюда! Кстати говоря, мы не встречали этих демонов раньше, прошу любить и жаловать. Кера. Кера. Да. О, трипл хит. Сегодняшнюю серию куча зеленых вещей выпадает. Да! Много. Но мало синих. У меня уже раз, два. Все. А, нет, три. Зеленых? Да. С собой? Да, именно с собой. Нет, я подобрал дофига. Чё они никуда не идут? Ну-ка, валите отсюда. И ты вали. Да, быстрее ветра. Так, отлично. Отлично. Еще одна зеленая вещь. Ну, она абсолютно для тебя, я не знаю, зачем я ее взял. Еще две. Кстати, возьми и наденешь. Так. Оу. Шанс уклониться от летящих. А, это не то. Нашел, чем гордиться. Так, силы жизни. У меня запчасти стоят на груднике. Ну так вытащишь. Ну хорошо. Да погнали, чё. Подожди, я вмерю. У меня так урон ниже. Насколько? Нет, стоп. Выше. Нет, выше. Ой, нет, ниже. Средний урон на 12 ниже. Ага. Так, подожди. Меня дрель сбивает, в смысле? Я думал, это Горн. И, типа, ну, саундтрек почти... из игры. И почти 30 урона в секунду. Они очень музыкальны. Защита больше. Ну тогда бери, чё. Теперь я медленнее стал. Ну, переставишь запчасти, слушай. Мне нужно в Родос. Ладно, иди. Ну зато ты теперь стиляга. Чё, посмотри на себя. Надеюсь. Кому там? К мистику надо ходить? А, нет. Ну куда ты, мол, с молнией? Чародею. Мальчику, который выжил, да. Установить реликвию. Отлично. Шикарно. Так, что у меня? Я еще из зеленых подобрал. Ветеранский костюм. Ветеранский? Ветеранский, да. Ерунда. Продать все. Все к черту продать. Господи, что я? Я только что-то купил. Случайно. Господи, ну давай. Я белую вещь купил случайно. Давай быстрее. Я без удали тут не справлюсь, а ждать тебя мне. Ну, влом. Я их даже из шотгана не убиваю. За один удар. Да ты прям Дюк Нюкин. Ага. Зато весь лут мой. Ну так весь мой, что это я. Оу. Опасные твари. О боже. Да, это я. Это моя работа. Нет, даже это моя работа. Не суть. Воу. Так, стоп, нам нужно сдать это задание, да? Теперь я похож на какого-то римского легионера. А я тебе о чем? Это же эпик. Эпик. Да и туник у меня красная. Да, я римский легионер. Вот-вот. Вообще, мне нужна пурпурная тогда туника. Это можно. Надеюсь, это тут что-нибудь синее. Мне нужно опять в Родос. Зачем? За пурпурной туникой.
Что тебе за кольцо дали? Не знаю, сейчас посмотрю. Я тоже тогда пойду в Родос. Так. Менторская геммадара. Ну-ка, что дает? 160 энергии и 46 оборонительные. Фу, бред какой-то. Ну. Так. Так, здесь нет пурпура. Файл. Я так просто не сдамся. Да ну уж прямо. Так. Куда? В Мегары. Сейчас я найду пурпурную краску. Клоун. Ну ладно. Кстати, от Мегар до Эпира-то не так уж и далеко. Ну, технически не так уж. Да. А на деле? Целая игра. Ага. Здесь тоже нету пурпурной краски. Хорошо. Кстати, тут какой-то квест у меня. В Мегарах? А, это просто чувак. С желтым восклицательным знаком был. Без какой-либо причины. Да, просто. Просто потому, что он может. Кстати, нужно будет отпраздновать 10 тысяч киллов. Да? Да. Сколько у тебя? Сейчас. Так. Почти 9. У меня 9964. Именно так, сэр. It's over 9000! А у тебя нет, в Афинах нет? Тоже нету. Парнас. Тебе нужно... Не. Катить, значит, в Дельфы, а потом бежать к потаенному кузнецу. Может быть, у него есть. Синяя краска, но она выглядит как пурпурная. Куплю ее. То есть ты косишь под Сенат? Да. Ну и потом под Империю. Ну тогда почему бы тебе не косить сразу под Империю? Ну так, блин, это... Это и есть Империя. Пурпурная — это не Империя. А что это? Империя. Это Империя. Я думал, что пурпурный — это чисто Сенат. Нет, сначала был Сенат, потом Империя. Я думал, что Империя красная. Это дом Юлиев красный. Ну да. Да. Так, я возвращаюсь в Эпир. Такс. Возвращайся. Не ты. Блин, мне конкретно нужно пробить снова свой склад. Потому что иначе это просто невозможно. Мне нужна куча интересных штуковин. Ну, в смысле, мне нужно имплантировать кучу реликвий. У меня стоят пустые мантия, браслеты, медальон. Кольцо. Ты вообще где? Я в Родосе. А ты? Я уже в Эпире. Сейчас, секунду. Сейчас я тоже вернусь. Мне бы еще шлем подходящий, ну ладно. Мы же только что подобрали тебе шлем, нет? Нет. А, ладно. Мы подобрали мне броню. Ну бери этот арепский шлем. Хотя арепский. Какие у Риблем были шлемы? У них с наконечником, кажется. Ой. В общем, с шипом стальным. С каким еще стальным шипом? Ну, это обычные легионеры. А центурионы у них такой гребешок. Ну да. Но это не очень хороший знак, если слово гребешок ввергает тебя в истерический смех. О, да. Господи, вот это опасные твари.
А что они? Ну, просто опасные. Травят. Они ядом, что ли, пуляются? Травят людей почем зря. Да? А, у меня 20% от яда, да. У меня тоже. Вообще-то у меня только что было кольцо с плюс 30, но я зачем-то его отдал на склад. Боже мой, мне придется потом закрасить маркером. Или чем-нибудь правый нижний угол экрана. А что там? У меня там всплывает... человек в стиме, который пошел в доту вторую, или во что он там пошел. Ну и у меня не очень приличный ник. Ну давай, произнеси это вслух. Нет. Так, свой, еще одно задание. Вот и Ахмед. Мне почти удалось. Вот лекарство. Мягко говоря, там про членистоногих. Что? Мягко говоря, там про членистоногих. Окей. Членистоногих. Хорошо. Лекарства. Почему? Зачем мне дали два лекарства? Мне дали одно. Виднее здоровее тебя. Зато я стану здоровее, как бы. Ахмед погиб! Да. Так, надо возвращаться в эпир. Забей. Я уже сделал это для тебя. Хорошо. У меня засела в голове мелодия, которую играли на дрели твои соседи. Кстати. Да. В третьем акте у нас есть одно невыполненное задание. Я знаю. Но не помню какое. Плевать. Нет, ну ты, если ты посмотрел, то скажи, какое. Чудище в лесу, кажется. А, да, мы так его и не нашли. Это что ли было после наркомании? Так подумать. Да. Тогда ясно. А, холодный посох. Почему ты зеленые вещи со мной? Из этого, из рога изобилия. Да. Ну почему же нет синих почти? Я хочу синие. Синьку. Да, синьку народу. Не ту синьку, а другую синьку. Да ладно. Вот тут кажется будет жесть. Да ё-моё, ну 6 сообщений. Не нужно мне столько. Пишут? Да. Ну у тебя хотя бы неприличные имена не выскакивают. Ну и как сказать. Это... Теперь после того, как я убрал упоминание о Skype. А до этого постоянно твое имя вылезало, знаешь. Так. Амфитеатр. О, наконец-то, фонтан. Даже перестал их замечать, мы же бессмертные. Да. Скульптор душ. Художники, что ли? Скульпторы. Нет, писатели. Нет, ну просто, знаешь, писатели, там, скульпторы человеческих душ и все дела. Блин, я подумал, что ты подбежал к реликвии и хочешь ее у меня отобрать. Да ты подбежал демон! Я чуть не помер. Ты о чем? Они же музыканты. Да? Подними. Плевал я на всех музыкантов, знаешь, с тех пор, как меня выгнали из группы. Ха-ха-ха-ха-ха. Да. Ну-ка, подожди. Че? Че тебе? Ну-ка. Глянь-ка. Да пожалуйста. Только не говори, что нашел что-нибудь. Ну давай, кидай. Я не кидаю, я посмотри на меня. Ну я хотел, чтобы ты что-нибудь кинул. Во! Вот я говорю, рэпский шлем это самое то. Но он бронзовый, это не подходит моему костюму. Ну подожди. Что нафиг? Подойду, подберу стальной или серебряный, то будет нормально. А какие металломатериалы в первой прохождении? Меня дико радует то, какую работу, блин, провели разработчики, что в каждом прохождении не то, что только новые виды шлемов, допустим, но, блин, даже материалы разные. Да. То есть за всю игру им нужно было... переворошить, ну если считаешь, что допустим под 4 вида шлемов на каждый акт, то это получается уже почти 50 вариаций. Да. Белых шлемов.
Это только белых. Да. Кстати говоря, нашел себе посох получше. На 3%. Я не знаю, буду ли я его менять. Во всем остальном он абсолютно такой же, но на 3% лучше. Че ты там всех бьешь-то по полчаса, Ема? Что у тебя с уроном? Да, а, все про... плохо. Ты же надел ту тунику, которую я сказал тебе надеть. Ну, у меня и раньше было плохо с уроном. Да. И не лучше стало, скажем так. Кого они там избивают? Я только сейчас вспомнил то, что я так и не засек время. Молодец! Поздравляю! Надо засечь время, надо. Самое время. Да, засек. Как обычно. Мне кажется, мы проходим возле одного и того же фонтана уже в третий раз. Да? Ага. Эти разрушенные города явно больше настоящих. Учитывая, что мы были в самых крупных городах этого времени. А это какой-то Посейрон. Никому не понятно. Оу! Никому не известно. Вот эти твари тоже опасны. Скульпторы. Так видимо... мы же их били до этого. Да. Но они не били меня. Оу. Да, это главный скульптор. Главный художник этого времени. Главный художник, поэт и музыкант. А еще он архитектор. Красавица, спортсменка, комсомолка. Шахидка. Держись за жизнь, подержи. Но он у меня ману сосет, она. Она у всех сосет, профессия такая. А, какого художника потеряла Греция? Поэта, музыканта, шахтера. Закаленная тачка. Я из тебя белую вещь подобрал опять. Сам дурак. Бронзовые наголенники. Кстати, неплохо выглядит. Ну, не надо Ерунда. Писать. Их не устраивает мои просьбы. Что? Тут трупы и духи. Духи и трупы. Сколько их тут? А что-то в стиле Бродского. А, и демоны. Это уже демоны. Что-то в стиле Дэна Брауна. Его заговорами против католической церкви. Так-с. Уже желтый рэпский шлем. Да. Да. Он серебряный. Пойдем-ка туда. Во-о-о. Не туда иди. Ой, тут кто-то еще метеоритов призывает. Только ледяных. Пойдем. Нет, туда. Там ответвление. Ну и как сказать, ответвление. Периодически выгляжу как римлянин. Ну-ка. О, да! Можешь не снимать. Ну-ка проверим статы. Да. Но сила и ловкость в целом мне не так сильно. Хотя. Да у тебя даже щит античный. Хотя лучше, конечно, взять какого-нибудь башенный. Плевать, я просто оставлю для коллекции этот шлем. Ну здесь на самом деле, по-моему, башенных щитов прямо-таки и нет. Хотя нет, есть. Пара. Пара точно есть. Щит Аякса. В Диабле есть башенный щит. Что? В Диабле башенный щит есть. Ну, нет, во многих... В третьем акте. Во многих есть башенные щиты играх, но просто как бы в странах, в которых мы сейчас находимся, Титан Квест, там как бы башенные щиты не были распространены. И был один-единственный башенный щит у Большого Аякса. Ну, знаешь такого? Нет. Это... Ну, значит, был два Аякса. Большой и маленький. Но они вместе с... О, боже! Да-да-да, друг мой. Они вместе с Агамемноном штурмовали Трою. И вот место из заставки. Перевал. Каспер не хватает. Если бы у меня был включен синтезатор, я бы что-нибудь налобал, знаешь. Подходящий. У меня есть подходящие звуки. А знаешь, на карте это выглядит как кишка червя.
Мы делаем очень страшные фильмы. Замечательно. И вышли мы к фиолетовым цветам. О, господи. Это даже не цветы, так... Что происходит? Ну, короче говоря, мы вышли в Гадес. А где это? Гадес. Это? Это да. Уже Аид. То бишь мы уже... Стоп, где? А, ином... я был вообще заморожен. А я думаю, я почему тоже. Ничего не двигается? Я... Меня вообще напаивают, видимо. Они одинаково станут и огнем, и холодом. Вот чем они так опасны. Могу догадаться только, что мы пошли севером, потому что мы шли севером. То есть это севернее Пира, северная Греция. Почему севернее? Мы шли во все стороны. Шли на север. Не обязательно. Ну, в конце мы именно шли на север. В самом конце, да. Мы свернули на север с основного тракта, который вел... Подожди, нет, я должен... Так. Нет, уже свернули не, мы вообще на восток. Мы сейчас в Сибири. Хорошо. И ты умер. Да. Сибирь — суровая штука. Ну, да, насколько я понял, здесь тебе магия огня просто вообще бесполезна. Здесь вообще многое магии становится бесполезной, поэтому тут есть как издевательство в посох Аида, который фигачит одновременно всеми стихиями и бесполезен любому классу. Весело. Он дается тем более как зеленая вещь, падающая с определенных тварей. То есть есть реально твари, которые орудуют всеми стихиями сразу. Как тебе фиг делать? Так, вот здесь, я полагаю, уже и находится лимб. Что это там трясется? Земля. Это метеоритный дождь. Кстати говоря, у него любопытный посох. Если он белый, нужно посмотреть. Но... О, он белый. Да, у него дефолт, по-моему, выше моего, хотя я не могу судить наверняка. Значит, нужно будет искать именно такой следующий посох. Так. Да блин, ни разу не попал. Из 12 выстрелов. Эта шапка меня косит. Смотри, смотри, клёвый шап. Клёвая шапка у бабки. Вау. Да. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Хочешь поносить? Она на самом деле для магов. Я считаю. Идеально. Шикарно. Пошли. Так, теперь нам туда. Практически в лимб. Ну, это я уже говорил. 41 уровень, ну ты прикинь. 41 уровень против нас. Как мы отстали. Да. О, это река Стикс. Еще бы. Мы же только что прошли перевал душ, что тебя удивляет? Это река Стикс. Почти как у пикника. Ты чё там встрял? Меня тут сейчас бить будут. А, да? Да. Хорошо. Как ни крути. Рич. Блин. Не хватает мне этой рекламы, она была такая очень, знаешь, снобская. Куда она делась? Сок Рич еще продается? Да. Вроде бы. Не знаю. Ну... Каллигон. Нам некуда идти. Когда кто-нибудь придет? Или мы должны идти сами? А я читаю жутко драматическую историю, если что. Хорошо. Опускается туман. Я ехал в телеге по горной тропе над морем. Да. Ну, чувака напала гарпия, он ни в чем не виноват. А теперь он сидит здесь и чего-то ждет. Но ничего не происходит. Это неправильно. Неправильно. Погоди, не иди пока никуда. Задание. Я была женой пекаря. Свинки пекаря. Пекабога. И она, видимо, была
PS, неважно. Так, пойдем-ка туда. Мы не до конца исследовали побережье реки. Ну просто дело в том, что тут куча людей ждет переправы. Да. Но перевозчик спился. Блин, сущность хитрости корабля обезьян. Да ладно. По-моему, король обезьян это Джеки Чан, разве не? Был же какой-то фильм. Не знаю, я не видел. Хитрость Джеки Чана. Я бы хотел такое. Не, ну серьезно, мы же были в Китае, почему бы им не сделать себе там такую реликвию? Так, тут где-то здесь должны быть муравьи, я все их ищу. Я отлично их помню здесь. О, какой-то склеп. Вау, это же зиккурат должно быть. Нужно больше зиккуратов. Я думаю, нам с тобой одного хватит. Здесь будет полное... Ты думаешь? Ты высасываешь из них энергию? Наверное. Ну, я не знаю, ты посмотри свои статы, что ли. Алтарь золотой ветви. Одновременно зиккурат. Да, я краду у них энергию. Газель? Я у них сосу энергию. Дубовая телега? Что? Дубовая токса. О, боже! Что, герой? Пять героев? Костяной бич! Вспомнил Dark Souls сразу. Хватит сверлить! Вау! Всю неделю не сверлили, сегодня надо. Ну да. Зачем мне сверлить вообще у тебя? М? Ну вот что ты хотел этим сказать? Что это за современное искусство такое? Постмодернизм. Ага. Никакого модернизма. Никакого абстракционизма. Граждане, скупайте скупайте культурку. Вешайте картины на сухую штукатурку. И так далее. Обожаю Вицина. А вот, кстати говоря, и формициды. А кто это? Муравьишки. Хорошо. И еще один фонтан. Непонятно зачем, ведь мы, по сути, идем назад. Ну ладно. А можно искупаться? Ну, я не советую. Ну, я хожу по воде и... Ничего, я не... Я тебе рассказывал настоящую историю Ахиллеса? Нет. Ну так вот, когда была, значит, Троянская война, Ахиллес таки всех сдолбал, потому что, ну, он очень понтовался своим бессмертием и вообще был такой скотина, каждый день вызывал себе на бой нескольких рабов и убивал их бессмысленно и беспощадно, сам понимаешь. Он был там богом войны, несмотря на то, что особо драться не умел, просто он был бессмертен. Тогда наши люди... послали на Троянскую войну ФСБшника. No. Чтобы. Ну, на самом деле его послали туда, чтобы снимать реалити-шоу про Троянскую войну. Mm-hmm. Но параллельно ему нужно было зафигачить Ахиллеса, потому что он там все портил, реально, ну. Ну, да, понятно. Кости в горле, короче, стоял. Зазвездился. Да. И что он тогда сделал? Он немного поразмыслил. Ну и как бы сначала решил. Кстати говоря, козельная штука. Осторожно! It's a trap! Орок череполом. Именно. А есть у него какой-нибудь козельный молоток? Это коготь? Что? Странное название для молотка. Коготь. Да, очень странное. А, это... Один из перевозчиков.
Так что? К сожалению, я не могу придумать быструю шутку про Стэтхэма. Так что перевозчик так останется. Кстати, у меня две бутылки осталось. А, тогда подбирай. Было бы что. Ну так вот, ФСБшник, значит, сначала решил воспользоваться старой легендой про то, что мать его, значит, макала в стикс, ну, чтобы сделать его бессмертным, да, и держала за одну пятку, и, следовательно, если попасть ему по пятке, которая не была в воде, то, значит, можно его убить. ФСБшник таки поразмыслил, ну, решил, почему бы и нет. И сказал Одиссею, который был с ними же, ну, типа, Одиссей тоже был против Ахиллеса, он говорит, Одиссей, типа, будет завтра большое рубилово, стреляет Ахиллесу в пятку. Ну, Одиссей, так как великий лучник, взял, стрельнул Ахиллесу в пятку, ну, Ахиллесу пофигу. ФСБшник так стоит и задумался. Думает, это не та пятка, наверное. Но потом подумал, что это на самом деле довольно... Почему нам восточные реликвии выпадают? 30 штук уже, слушай. Странно. Сейчас, погоди, я метнусь в Родос. На самом деле в Эпир. Ну вот. Ну, ФСБшник подумал. И подумал, что навряд ли мать Ахиллеса, если она была настолько умной, чтобы... Тебе перепал кинжал? Да. Вот. Фу, мне показалось, что кто-то сказал, типа, Иеронимус пропал. Нужно его спасать. Я уже готовился выходить в поход за самим собой. Ну так вот. Тогда ФСБшник сделал вывод, что раз мать Ахиллеса была настолько умна, что окунула его в воду Стикса, то не могла же она быть настолько глупа, чтобы окунуть его и при этом не держать его за одну пятку. Оставить такую примитивную цель. Нет, решил ФСБшник. По-моему, его звали Витя, я не помню. А, я не купил бутылку, вот. Нет, решил он. Это довольно глупо. И пришел он к следующему выводу. Ну, про выводы позже. Скажу, что он делал. Он пригласил Ахиллеса на пируху. Устроил пируху, там позвал всех. И Агамемнона, там, Менелая, Аякса, да там уже Одиссея. Всех, короче, позвал. Всех напоил. Одиссея потом повел покурить. Значит, выходит на него покурить. ФСБшник берет и выбивает ему зубы. Ахиллесу. Ну, Ахиллес бы хуй, ясное дело, ничего не соображает. Ну, то замяли вроде дело. А на следующий день ФСБшник в полу битвы что делает? Как ты думаешь? А. Ну, попробуй догадаться. Если он выбил зубы... Может, он ему прямо в глотку что-то? Совершенно верно. В полу битвы он... Воткнул ему копье в рот и воткнул в каждый глаз по кинжалу. Ну, так и помер Ахиллес. ФСБшник сделал совершенно правильный вывод, что даже самая тупая мать не захочет, чтобы ее ребенок наглотался воды из реки мертвых. Поэтому он просто воткнул ему копье в рот. Ну, в глотку, и он помер. Вот такая правдивая история Ахиллеса. Неплохо. Да. Кстати, по-моему, здесь мы выполнили все задания. И нам нужно выполнять следующее и закругляться, на самом деле. Мы не знаем, что делать. Перевозчик ушел. Мы не можем переправиться на тот берег. Ты умеешь править воду? Хорона нет. Ты не знаешь. Тебе удалось освободить... Мне, похоже, что-то в Симе написали. Да все окей. Короче, тут все очень мутно и... Нам, по-моему, нужно садиться в реку. Или нет? Теперь ты мой личный бета-тестер Титана. Пардон? О боже. Да, это мне написали. Ну ладно, я потом прочту. Я чуть не проглотил еще один кусок лаборатории. Так, я, если честно, не помню, что делать. Нужно весло Харона. Но где же Харон? Так, давай-ка посмотрим на карту. Может, нам нужно в портал к Стиксу? Мы и так у портала Стикса. Ну, там же стоит у причала. В смысле?
Там стоит портал к Тиксу. Воу. Нет, 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 вот. Нет, это портал сюда, это не портал отсюда. Ну давай посмотрим, на всякий случай. Нет, это портал отсюда. А, просто он выглядит так странно. Да, несмотря на то, что он чертовски атмосферный, все равно это всего лишь обычный фонтан. Фонтан. Такс, нам нужно золотую вес... Фу, какую золотую. Нам нужно весло. Посмотрелся мультиков Остапа Бендера.